Узнал с интернета. Зашел в интернет, увидел новости в Инстаграме, список. И потом мне начали звонить друзья, знакомые. Вот так вот узнал. Реакция была великолепная, потому что это большой вызов для меня. Я был счастлив и очень радостный. Это как раз было после тренировки. Наверное, когда обыграли испанцев по пенальти, когда Акинфеев отбил. Вот, наверное, тот матч, наверное, был самым запоминающимся. Робин. Наверное, против Франции, потому что там играют все лучшие игроки, я считаю, на данный момент. И у них очень сильная сборная. Каждый сильный индивидуальный, и командная игра у них на высшем уровне. Раньше был Акинфеев. Сейчас? Я сам. Криштиану Роналду. Макар. Мака. Хоккей, наверное. Потому что я занимался раньше и люблю поиграть дома, когда приезжаю. Раньше очень часто играл. Ну, скорее всего, я люблю гулять по набережным, когда вот нахожусь в Казани после тренировок, брать жену и идти гулять с ней. Абсолютно все. Я люблю как и классику, так и рок. Без разницы. Сижу в Инстаграме, а раньше был Твиттер, Контакт, удалил все, надоело, отнимает много времени. Остался Телеграм, Ватсап и Инстаграм, чтобы мог где-то с кем-то списаться. Что было дальше, наверное, мне нравится. Ни в какие. Ну, просто не нравится. Раньше играл так вот в хоккей, Counter-Strike, но сейчас это отнимает, говорю, еще много времени. Так, это, наверное, Гарри Поттер, все части. Это, наверное, самый любимый с детства. И до сих пор люблю его смотреть. Стэтхэм мне нравится. Все фильмы его пересмотрел. Сейчас читаю «Силу подсознания». А любимая книга, наверное, «Тонкое искусство пофигизма». Креветки. В жизни, ну, 3, на поле от 7 до 9.